Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует проект Кубачи и Италия. И сегодняшнего нашего пациента зовут Tessellation. Или Tessellation. В общем, Tessellation, скажем так. Он не совсем кубач, и среди кубачей он очень ярко выделяется. Ну вот видите деревья за окном? Скажем так, кубические, да? Отлично. Значит, это кубач. Голова самой главной героини, которая является учительницей, тоже кубическая. Смысл игры более-менее сводится к тому, что вам нужно выбраться из школы. И на этом пути вы проходите кучу препятствий и всего самого разного. Главная похожесть этой игры совершенно не Майнкрафт, я бы сказала даже вообще не Майнкрафт. И к Майнкрафту эта игра никакой похожести отношения не имеет. А главная похожесть этой игры, вы не поверите, Портал! Если вы любите Портал, то вам самое место именно в этой игре. Ай, давай, быстрее. Так, быстрее. Не успела. Так, я же забыла, да. Если вы прошли весь портал, если вам... Сейчас я быстренько... Так, вот одна девочка бежит сюда. Сейчас я быстренько пройду это испытание первое самое такое. Вот, все, видите? Вот девочка пошла, главная героиня. Она сейчас пройдет, нажмет на кнопочку. А я выберусь из этой комнаты. Вот как-то так. Так вот, что хотела я вам сказать и что меня... С какой мысли меня сбило. Если вы прошли весь портал, если вам это очень сильно, очень-очень понравилось, то, мои дорогие, я вам очень крайне советую эту игру. Потому что игра просто потрясающая. Она круче портала в разы. Но не по каким-то там непонятным параметрам, не по каким-то там, не по графике, не по еще почему-то. А потому что она работает со временем. Видите? Я сейчас трижды прошла. Как сказать? То есть мои фантомы были считаны. И они прошли как бы и продублировались. Вот видите, вот это вот я вот так вот выгляжу. Это главная героиня, собственно говоря, учительница. И можно управлять временем, то есть дублировать себя, клонировать себя всячески, всяко разно. Тем самым проходя различные испытания. Слушайте, вот сколько я в эту игру играю, у меня аж мурашки насчет того, насколько она крутая. А она действительно, черт подери, крутая. Управление здесь очень простое. Вам нужно нажать на буковку Т, и тем самым это активирует вот эти вот замечательных вот этих вот клонов, девиц, так сказать. Каждый раз, когда вы проделали путь за одну из девиц, вам нужно вернуться снова к порталу, чтобы, например, по второй девушке проделать путь, то вам нужно всего лишь нажать правую клавишу мыши. Видите, я проделала за одну путь, нажала правую клавишу мыши, проделала за вторую, опять нажала правую клавишу мыши. Они продублировали, сделали все свои дела, и я могу двигаться дальше. Это действительно очень и очень круто, мои дорогие. Причем испытания нифига не легкие, они жутко сложные. Вот, например, вот эту комнату я очень долго соображала, как пройти. И понадобилось аж несколько клонов. Чтобы все это дело пройти. Напоминаю вам, игра называется Tessellation. И она просто шикарна. Так, теперь вот, по-моему, вот так надо ее опустить. Так, да. Так, и теперь нужно еще раз. Да, вот как-то вот примерно так, по-моему, надо было делать. Где-то два или три раза. Так, ну и на всякий пожарный еще один раз в окно. Вдруг чё, скажем так. Так, отлично. Теперь за следующую девицу. Оп. Сейчас меня поднимут. Раз. Вот так вот, отлично. Так, сейчас она опустит панельку эту. Опускай давай. Так, давай, опускай.
Причем вот эти вот путь будет пройден вплоть до мельчайших подробностей. То есть вы видели, я сейчас дважды прыгнула. Я прыгнула там, и я прыгнула здесь. И вот эта девушка, она повторит с точностью до миллиметра абсолютно вот это безобразие. Все, мы запрыгнули, это заблокировали дверь. Девушки пошли, девушки работают, видите? Все работают абсолютно. Каждая из них выполняет свою функцию от того времени. Так, отлично. Сейчас это еще раз нажмет. Сейчас посмотрите вот на эту девушку. Она прям с точностью до миллиметра повторит мой прыжок. Видите, вот она один прыжок повторила. И сейчас хобана и второй повторит. Давайте понаблюдаем за ней, как она сейчас поедет. Сейчас эта дурында еще раз нажмет. Отлично. Прыгай. Она сейчас прыгнет на панель. И откроют нам дверь. Замечательно. Когда вы выходите в следующую комнату, собственно говоря, переходя из одной в другую, у вас, пропадают вот эти вот все клоны. Так, значит, следующие будут... Вот эти комнаты я все прошла уже, а вот, значит, вот эти комнаты будут сейчас с мечами различным способом. Так, куда мне двигаться? Мне куда-то сюда. Так, ну вот эти все комнаты были мной пройдены, поэтому я их так быстренько, бодренько так прошла. Вот, а сейчас буду начинать тупить. Это что такое? Что за... Холодильник какой-то. Холодильник какой-то, реально холодильник. Так, что ж у нас здесь есть? Здесь у нас есть какая-то штука, в которую нужно чем-то попасть. Наверное, мячиком. Так, значит, портал нужно ставить здесь, как всегда. Пам-пам-пам-пам. Ау. Лампочка. Ну, лампочка, ну давай. Вот, вот так, отлично. Лампочка. Так, сейчас дождусь, когда это финти-фленти. Она же мне сейчас лампочку. Вот, разобьет, я же знала. Так. Да чтоб тебя. Так, а если просунуть? Да уйди ты. Да отстань ты, господи, ну. Так, а если просунуть лампочку под эту... Под дверь, скажем так. Не под дверь, а под вот это вот. Аккуратно. Не по... Да почему ж ты кидаешь-то? Так. Угу. А если как-то так нежно-нежно положить? Ну, нежно-нежно-нежно. Да чтоб тебе! Да как так-то? Так. А если это сделать вот так вот? Уйди. Не трогай. Смотрите. Сейчас ставлю портал. Одна бабень бежит. Подходит сюда. Берет лампочку. И вот так вот с ней стоит. Оп. Теперь вторая бежит. И эту лампочку у нее подхватывает. Так. О, зацените. Гы! Прикольно. Да, получилось, слушайте. Ага! Меня ослепило. What the fuck? Отлично. Я прошла эту комнатку. Дальше что у нас? Были лампочки, мечи, двери нажимные. Я сейчас уже боюсь думать, что будет следующее. Так, опять холодильник, который нападает. Да чтоб тебя. Так, что же? Так, нужно закинуть мяч вот в это кольцо, чтобы пройти дальше. Раз здесь есть холодильник, значит, он будет нападать. Да, он нападает. Ага! Прикольно слушать. Оп. Так, а если понаделать кучу девочек, которые будут всячески нападать? Так. Значит, ставим портал, и сейчас будем плодить баскетбольную команду. Так. О, отлично. Ну, практически даже получилось так, как я думала. Я думала, что я прям баскетбольную команду наплодю. Видите, я отошла от двери, и девочка пропала. Мои дорогие, я не знаю... Ой, что это у меня все опять за светах? Следующий уровень какой-то? Или нет? Или да?
Или нет? Или да? Что происходит? Так вот, мои дорогие, что хочу сказать. Я не буду проходить до конца эту игру, потому что я хочу, чтобы вы сами ее прошли, потому что я, конечно, могу сделать полное прохождение, летсплей, вы, если действительно этого хотите, напишите в комментариях, но пока моя задача — это в ознакомительных целях знакомить вас с кубачами. Один из этих кубачей называется Tessellation, в который я, собственно говоря, сейчас играю для вас. Он клон не Майнкрафта, он вообще клон не Майнкрафта, он клон Портала. Вот, поэтому я вам крайне его советую, он один из таких удачных звездочек, очень крайне удачных жемчужин в ряду пациентов проекта Кубачи. Я вам действительно его от души советую. Соответственно, за сим все, буду с вами прощаться. Не забудьте, пожалуйста, поставить оценку этой игре. Оценка ставится по двум параметрам. Первый параметр — это насколько игра лично вам нравится, насколько вы хотели бы в нее поиграть от 1 до 5, где единица — это не хочу, а 5 — это замечательно хочу. И второй параметр — это насколько игра удалась разработчикам. Все ли в ней в балансе? Графика, движок, физика, геймплей, эргономика, в принципе. То есть насколько с вашей стороны игра удачная и насколько она была бы неплоха, скажем, например, на Steam. Потому что на Steam Tessellation, по-моему, нет. Я не уверена. Вот, не забудьте поставить оценочку. Это был проект Кубачи, где мы с вами в ознакомительных целях рассматриваем аналоги Майнкрафта в плане графики. Игры могут быть совершенно разными. Не забудьте прислать кубач, который вам нравится, о котором вы знаете, но которого нет еще в этом проекте. Мы еще на него не посмотрели. Вы хотели бы, чтобы я вам его показала и на него посмотрела, чтобы все о нем узнали? Присылайте все это в комментарии, мои дорогие. С вами был проект Кубачи, игра Tessellation, Талия и отличнейшее настроение, которое я вам очень желаю. Не забудьте поставить оценочки этой игре, игра этого ждет, она вся изнывает, у нее все чешется, она очень хочет узнать ваше мнение о ней. Всем пока, мои дорогие, проект Кубачи был с вами. Не Майнкрафтом единым живет индустрия игр.